Для коллектива коммунального предприятия «Харциз Коммунхоз» текущий месяц начался со знакомства с новым начальством. Как мы уже сообщали, предприятие, ответственное за сбор и вывоз бытового мусора в городе, с 3 марта возглавляет Иван Балашов. Распоряжение о его назначении на должность директора подписала глава администрации «Харциска» Виктория Жукова. Иван Балашов родился и вырос в Зугрессе. Там же окончил школу и принял свое первое серьезное решение – стать дипломированным юристом. Начинал деятельность на Зуйском энергомеханическом заводе, работал на шахтах, работал в администрации, в частности, юристом в свое время. В частном секторе я работал на экологии, плюс экоэкология. Ну, это предприятие, известное в Зугрессе, занимавшееся коммунальными услугами. Вот. Был год у меня перерыва, я ездил в Россию, вот, пытался там работать, себя найти. Ну, как бы семья здесь, поэтому решил вернуться и все-таки здесь. С момента создания в Харциске нового коммунального предприятия, а с тех пор прошло уже ровно 3 года, основными задачами коммунхоза остаются поддержание порядка на мусорных площадках и своевременная уборка ТБО в частном секторе города. Пока достичь образцовой чистоты не получается. Нередко коммунальщики выбиваются из графика, хотя сегодня в распоряжении предприятия находятся уже 5 автомобилей. Сейчас 5 единиц техники на выходе, 4 единицы наши собственные и 1 единица наемная. Это Иловайский СМЭО, мусоровоз. Мы его все равно привлекаем пока, потому что сейчас весенний период, идет дополнительное накопление, сейчас листва. Мусор еще больше появится. Ну, надеемся, обещают нам технику дать. Пока будем так справляться. Первое, что намерен сделать новоназначенный директор – отрегулировать график вывоза ТБО в частном секторе Харциска. А для частного сектора разработан график. 7 дней в неделю мы вывозим. Мы разбили частный сектор на 7 зон. И каждый день недели одна зона убирается, вывозится. Мы хотим, чтобы это было стабильно, постоянно, и чтобы люди знали, что в этот день приезжает машина и забирает мусор. Как я говорил, для дальнейшей нашей работы. То, что касается государственного сектора, многоэтажного сектора, тут мы не уйдем никуда от норм и правил. Они должны убираться ежедневно. В марте предприниматели Харциска перестали получать на руки счета за оказанные услуги. Иван Балашов сообщил, что контролеры коммунхоза больше не будут разносить их по адресам. За платежкой представителю юридического лица теперь придется обратиться лично в офис предприятия. Этот механизм был разработан с целью, как сказать, развития дисциплины платежной. Потому что многие предприниматели у нас не считают нужным, ну, не обязательным ходить и платить. В данном случае, если бы каждый предприниматель приходил, скажем, к нам и получал этот акт выполненных работ, то у него уже, естественно, складывалось соответствующее понимание того, что это надо оплатить, что это необходимо, а не «может быть, я когда-нибудь заплачу». Серьезных сбоев с вывозом ТБО сегодня в Харциске нет. И все же ситуация еще далека от идеальной. Частые поломки мусоровозов не позволяют организовать стабильную работу предприятия. Новый директор с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь на скорую поставку новой спецтехники. А пока руководитель Харциска Монхоза намерен доукомплектовать штат. Прежде всего в части водителей и грузчиков.